Всем привет! Вы на канале Сундучок Знаний. И сегодня я расскажу вам несколько интересных фактов о трех животных. Утконосы. Большинство водных животных плавает с помощью задних конечностей, но этого не скажешь про утконосов. Гребут они передними, а задними рулят. Утконосы ведут строго ночной образ жизни, а днем отсыпаются. Зрение у них слабое, а под водой они ничего не видят, не слышат и не чувствуют запахи. Охотятся они с помощью уникального природного механизма. Утконосы чувствуют мельчайшие разряды электричества, создающиеся напряжением мускулов их потенциальной добычи. На них они ориентируются. Молодые особи имеют во рту 8 зубов. Но зубы эти недолговечны. Когда они стираются, их функцию начинают выполнять ороговевшие пластины. В дикой природе утконосы водятся только в Австралии. Мировое научное сообщество целых 27 лет не могло определиться, кем же являются утконосы – млекопитающими, рептилиями или птицами. В итоге их все-таки отнесли к млекопитающим. Поначалу этих животных посчитали родственными крота. Как показали более поздние исследования, это было неверно. А ближайшими биологическими родственниками утконосов являются ехидны. Мягкотелые черепахи. У большинства видов черепах все мягкие части тела, за исключением головы, ног и хвоста, постоянно скрыты в панцире. Но есть черепахи, у которых панцирь не такой крепкий, как у других черепах. Кости панциря не срастаются между собой, и весь он сверху покрыт мягкой темной кожей. Называется эта черепаха мягкотелой. Большую часть времени она сидит на дне водоема. Зароется в ил или песок, только кончик носа высунет и следит своими выпуклыми глазами, не проплывет ли мимо рыба. Передняя часть морды этих черепах вытянута в длинный подвижный хоботок, на конце которого открываются ноздри. Этот хоботок играет роль трубки ныряльщика, позволяя лежащей на ней мелководью черепахе дышать не всплывая. Ехидны. Ехидна имеет самую низкую температуру крови среди млекопитающих. В критических условиях животное снижает температуру до 4 градусов и температуру дыхания до 1 за 3 минуты. Для лучшего перетирания пищи в желудке ехидны глотают камни. Помимо этой функции, лишний груз помогает управлять телом во время плавания. Несмотря на свою неуклюжесть, ехидна прекрасно плавает. Семейство ехид сформировалось 180 миллионов лет назад. Эти животные относятся к самым древним классам млекопитающих первых зверей.